сработали на опережение. Шпиона из Эстонии задержали в Санкт-Петербурге. Ему 46 лет. Имя его Арсен Мардалишвили. По данным ФСБ, мужчина собирал секретные сведения о вооруженных силах России по заданию эстонской полиции. Мардалишвили – лицо без гражданства. Он лишь житель Эстонии, пояснили силовики. В ФСБ особо отметили, что утечка сведений военного характера за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. По данному факту возбуждено уголовное дело.